Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю очень быстрый и легкий, но невероятно сытный салат из крабовых палочек. Для его приготовления мне потребуется на 200 граммов палочек, 200 граммов сыра. У меня это сыр с плесенью для яркости вкуса и обычный творожный сыр. 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны и 200 граммов свежего огурца. Палочки я натираю на крупной терке. Если вы хотите, чтобы было повкуснее и пожирнее, то, конечно, сметану тогда лучше заменить на майонез. Яйца также трем на крупной терке. Огурец. Огурец можно мелко порезать, но также потереть на крупной терке. Вообще огурец можно заменить на морковь, на тыкву, просто на какой-то овощ, который придаст свежести вашему салату. Я этот салат не солю, потому что у меня очень соленый сыр. Но вы можете добавить либо соевого соуса, либо посолить, поперчить по вашим предпочтениям. Такой у меня сыр. Его можно также либо потереть, либо мелко нарезать. У меня этот сыр очень соленый, и даже если добавить майонез, то салат уже будет пересоленым. Поэтому я ничего не солю, а просто мелко нарезаю вот этот мягкий сыр с плесенью. Сыр очень вкусный, очень приятный, поэтому рекомендую к покупке. Пачка всего 125 граммов, поэтому я добавляю еще творожный сыр. Он такой нейтральный, то есть практически без соли. Ну, во всяком случае, соль не ощущается. Вот. И получится очень такой вкусный салатик. Все это как следует перемешиваю. Добавляю буквально 2 столовые ложки сметаны. У меня сметана Данки, белорусская, не кислая, достаточно приятная сметана. Добавляю 2 столовые ложки. Она малокалорийная, всего 15% жирности. Поэтому чем больше, тем вкуснее. Вообще, на самом деле, чем жирнее, тем вкуснее. Если вы не считаете калории, если вы можете себе позволить очень высококалорийную пищу, то, конечно, с майонезом этот салат будет гораздо вкуснее. И вот так все перемешиваем. Также, если у вас есть тарталетки, то этот салат можно наполнить в тарталетки, добавить и будет еще вкуснее. То есть будет и хлеб, и вкусный очень салат. Также можно приготовить гренки. Ну, на гарнир, конечно, очень хорошо подходит рис к этому салату. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.